Всем привет! Продолжаем путешествие по книге «Великие музеи мира». Рельеф с копьеносцем. 546-482 года до нашей эры. Кварц, цветная глазуровка 183/102. Перед зрителем фрагмент облицовки ворот дворца знаменитого царя Дария I. Богато декорированный монументальный комплекс был построен в столице Персии Сузе. Археологи нашли множество частей с изображением таких вооруженных солдат. По выражению великого историка Геродота, это одни из 10 000 бессмертных армии Дария, которые символически охраняли дворец. Интересно, как объединены нарядная орнаментальность, окраски и декора, лаконичность и условность общего силуэта с достоверностью деталей одежды и обмундирования. Техника исполнения была такой же, как и в вавилонских рельефах ворот Иштар. Черные контуры ограничивают цвета, гамма и свежесть которых совпадает с древними образцами. Неизвестные мастера использовали черный, коричневый, белый, оранжевый, бирюзовый и голубой. Это очень гармоничный и цельный образ. В ритмичном повторении на фасаде фигуры наверняка производили мощное впечатление. Вот такое описание книги «Великие музеи мира» я нашел к рельефу с копьеносцем. Пока-пока, до свидания.